Вот и закончился 13-й чемпионат Беларуси по футболу. Подводя итоги, скажем, что все получили по заслугам. Гомель действительно был лучшей командой на протяжении всего сезона и заслуженно стал чемпионом. Батэ просто великолепно провел второй круг первенства и закономерно занял второе место. А вот на бронзовые награды претендовали сразу три клуба, набравшие одинаковое количество очков. И благодаря лишь лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, на третьей строчке обосновались столичные динамовцы. Как и предполагалось, высшую лигу покинули «Молодечно-2000» и «Минский Локомотив», которые объективно были слабейшими коллективами чемпионата. А вот в споре лучших бомбардиров единоличный победитель выявлен не был. Динамовец Сергей Корниленко и гомельчанин Геннадий Близнюк забили по 18 мячей. Третьим в соревновании голеадоров оказался футболист «Шахтера» Анатолий Тихончик с 17 голами. Все занавес. Долгая пьеса 13-го национального сыграна. Самое время перелистнуть страницы и освежить в памяти самые красивые эпизоды этого захватывающего действа. Лучшие галы чемпионата. На 10-м месте гол Лукашенко, оформивший разгром минского «Динамо». На 9-й позиции образец игры головой в исполнении минского «Динамовца» Андрея Соколенко. 8-я строчка у Эду. Образец великолепной техники. 7-м месте Скрипченко. Удар сходу. 6-е место у Мартиновича, от удара которого пострадала Белшина. На 5-й позиции великолепный обводящий удар Лисовского. Четвертое место мы отдали Соколу. Ювелирная точность. Низовую тройку открывает Макар. Такие подрезки редки и в Европе. На втором месте классный удар Пеганского. Высший пилотаж. Наконец, гол-чемпион. Динамовец Пава Адаму. Попробуйте повторить. Европа – класс А. Хотя хватало в чемпионате и менее впечатляющих эпизодов, зато куда более забавных. В жизни всегда есть место подвигу. Главные герои этих курьезных моментов наверняка еще долго будут помнить эти мгновения ушедшего сезона. Хотя, вероятно, хотели бы поскорее о них забыть. Кому-то сплошное расстройство, а плюс на минус дают, в нашем случае, взрыв эмоций. Поколотить могут и за нечестную игру. Если не реагирует арбитр, можно попробовать себя в роли Отелло. А еще вратарю порой долго приходится объяснять, что по правилам у игрока должно быть две ноги, а не четыре. Ну а если устали ноги или надоело играть в футбол, есть игры не хуже, например, волейбол. Или можно вспомнить детскую игру «Выбивало». Причем выбивать можно не только игроков, но и штангу. Не советуем повторять. Штанга может оказаться крепче головы. А наши санитары прием обращения с носилками еще не освоили. Never made it with ladies.
Однако все неприятности отступают перед радостью гола. И таких моментов в чемпионате было больше всего. Но как тут не снять майку?